Всем привет, с вами Низгуте, и мы играем в мою банду. Сегодня мы сможем сразиться с первым нашим боссом, по названию Бродяга Чак. Погнали. Давайте, сейчас будет у нас изи. Надеюсь. Не, мы проиграли. Они сильные очень. Нет. Давайте, короче, пойдем снова этого убивать. Так. Второй один пистолетик возьму. Так, все. Так, я все вернусь. Так, все, ребята, я вернусь, и нам дали эти. У них уже пятый уровень. Когда купимся? Немножко так. Вместе шестер. Так, что мне нам можно еще купить? Мою банду можно найти? Седьмого уровня можно. А потом можно с 13, потом до 6, потом с 31, потом с 40, потом с 50 вообще. Нет, да бродяга Чака мы не убьем никак. Кстати, Джамал и Кол, он сильный. Вроде я чак, хочу, чтобы все вещи не выпали так. У меня есть две гранаты, давайте нацепим все. Нет, сначала снимем, да, снимем их лучше пока что. И пойдем на этом. Снова на этого дурачка. Вот он. Убиваем. Ай, не туда пошел. Ну давай пропустим, но выиграем все-таки. О, я один, кстати, остался. Не, вот сюда вот топ. Рейтинг все. И вот. Вот он. Изи. Нам до хрена дают, если честно. Ну, ой. А у нас чё? Так, что недоступно новое? Две билеты доступные. Давайте две билеты купим. А можно своим что-нибудь купить? Нет? Ага. А нельзя своим что-нибудь купить в моей банде? Ну, им дать. Я ничего не делал, я случайно так. Нет, они с таким же оружием будут ходить. Давайте... Ребят, кстати, эта игра прикольная моей банды. Я буду ее снимать до 50 серии, наверное. Так. Убиваем. Изи. Мне же снова уровень будет, да, вот видите. Мы же сжимал маяко можем сразиться. Маг может купить. А чем мы машины не покупаем? Вот мне очки. А топливо же топливо есть. А, точно, тут же топливо. Давайте, короче, купим себе. А, давайте вот это купим. Купим бонус какие-нибудь, давайте. Банку энергетика. Оружие. Ай, мне не хватает. А, теперь идем. Кстати, сегодня Майнкрафт будет. Новое видео. Ну давай, быстрее. Так. Сейчас мы идем снова этого дурачка убивать. Так. А, точно, надо же еще этих взять. Скажи, Димич, кого менять? Можем, кстати, этого. Моего друга менять? Нет. Мне кажется, лучше из этих кого-нибудь. Во, Громилу можно менять. Может, Громилу менять? А девушки какие есть? Девушки то же самое, только девушки. Ну, я не знаю, это, конечно, дорого. А, ладно, покупаем, давайте. Идем на этого.
Потом покупаем новую оружку себе, идем на бродягу Чака. Давай. Вот здесь быстрее. Так. Ну что, у нас крутая банда уже новая. Он нам даже ничего не снял. Так, что нам выпало? Ну, нам крутые вещи снял. Выпали. А что нам надо? Забыл уже. А, деньги нам нужны были, так. Магазин. Эксклюзив. Так, что я хотел купить? Машину. Я машину хотел купить, я помню. Или оружие. Да, я маг хотел купить, во. Все, мой инвентарь. А сейчас, сейчас, сейчас. О, ну вот, да блин, да хрена достижение уже. Мне надо посрать. Так, а где? Чё? А, угу. У меня опять что-то зло с этим. Маг. Во, отлично. Это берем, это берем. Это берем, это берем. И это берем. Нет, это не будем. Это лучше на Джамала и Кобу не дать. Идем на бродягу Чака. Ну, мы уже затащим. Что за хуйня? Что меня уже бесит. И снова придется покупать маг, машину. Ну, пожалуйста, не надо мне высвечивать, плиз. Да. Ладно, ребят, всем спасибо, что надо подписываться, комментировать, лайк, сам не изготовить, удачи.